Так, посмотрим, блин, что у нас тут. Новый мишен какой-то. Тестовая вкладка. Задача синих за отведенное время вывести не менее 4 контейнеров из карьера. В красный маркер. Вот карьер. Вот. Вот красный маркер. Так, задача красных. Не допустить вывоза 4 контейнеров. Всем запрещено выходить за пределы условной линии, образованной черными точками и береговой линии. Запрещено вылетать за эту линию на вертолете. Кто я? Ну я водитель, бля, я водитель. Меня касается следующего условия. Задача синих за отведенное так. Время запрещено входить за пределы условия. Ну это только что. Исполнение. Вот, блядь. Как загрузить контейнер лебедкой? Где угодно, либо краном, только в карьере. Пройти контейнер, удерживать клавишу. Смотреть меню действия в течение определенного времени. Какого клавиша? Грузовик должен находиться рядом с контейнером. Вариант с краном. На кране есть ноутбук, который осуществляется управлением погрузкой. Погрузка кранов значительно быстрее, чем лебедкой. Местные повстанческие силы в полосатом камуфляже есть масхалат. Блядь. Что? Самый зимайский слон. Будем отсиживаться, да, дорога. То есть нам по этой дороге, а чувак вот там, блядь, по ебеням нельзя проехать? Я бы вообще вот тут, блядь, горку бы объехал, блядь. Хуй знает, какую там кнопку надо бежать. Ну, кто-нибудь загрузит мне этот чемодан в мой кузов. И мы поедем, ага, поедем пока. Какая карта, блядь, пиздец. Я съел таблетку от аллергии, она сонная, блядь, вырубаясь нахуй. Что у меня тут есть, блядь? Калашик или какие-то. Ну, GPS есть, полегче будет. Надо 4 контейнера, значит, надо, блядь, 2 раза 2 ходки делать, что ли? А, это нам еще надо, блядь, с базы-то и своей выехать, нихуя доехать, погрузиться. Ой-ой-ой, блядь, таблетка мощная, жопа. Да, господа, кто-то там говорил, что меня плохо слышно. Ребят, тут уже ничего не изменить. То есть, если я уменьшу громкость звука игры, то есть микрофон у меня на максимум стоит сейчас. Игра на максимум, почти. Если... Внимание, старт. Если мне ее уменьшать, я буду ее услышать, а мне никак. Это тоже... Следующий на дефолте, да? Я один неудачник, блядь. Их хуй с ним. Вместе с колонной до метки примерно там, где не стоитесь. И по ситуации как-нибудь сыграть красиво. До метки 2 грузовика. Да, где-то там примерно. Так, а мы можем по дороге ехать? Да, вам желательно по дороге, чтобы. Я имею в виду, по черной, да, можно. Ну, просто не выезжать на. Что там, сейчас на южную часть. А какие-то мы тогда с тобой где-то здесь останемся пока. А какая у нас ДВшка? Что-то я не вижу. ДВ, сейчас я поставлю, не сражаюсь. Нет, ну грузовикам на ДВ надо выходить, нет? Чтобы в случае чего.
следующий. Я тогда сколько первый заберу, да? Ну, желательно, давай выйти все равно, чтобы начинать инфо. Да, спать мне будем. Бля, жаль, что не встал. Идущий, мы пока ставим грузовики, будем в этот, в красный заводить. Проверка. Едем с колонной, блядь. Парни, проверьте оружие, у меня калаш не заряжен. Это подстава. Сейчас завезем ваши грузовики в красные. Ну что, покажем, блядь? Мастер-класс пилота вождения, блядь. Стволы поинтереснее взять, у них автоматом есть калаши. Да? Давай возьмем. Идущий, я машину повел вот в красный. Машина. Ну куда я сюда, мне, блядь, калаш с коллиматором? Гранатка мне пригодится, морфин пригодится. Как ракет. Проносить машину 6. Шай. Нажимать будет готовность. Ой, ФПС-то как упал, блядь. Фпсик упал, блядь. Так, а вот это же не отражение, мне, блин, нахуй не нужно, блядь. По-моему, блядь. А, ну отключено у меня. Спиздить, конечно, но ну, ладно. Три своих в красный завел. Ага. Так, идущий, мы на этой КВХе остаемся или уйдем? Да, давайте. Мы, короче, с Уралом второй дефолт уйдем. Да ладно, изначально, давайте. На связи. Дорога нахуй. Чекать. Ой, такая дорога будет, что ли, блядь. Что, погнали? Засада. Да, я знаю, что слева мне. Бля, я что-то за звуки были, блядь.
перескакиваем на пуху, да? Я чуть левее ушел. А, я прям по дороге пошел. Пуху проскочил. Блядь, с боями нахуй. Шел? Ну, я проскакиваю. Тянет эта коробушка-то, блядь. Неужели у меня колесо пробили, нахуй? Я без колеса еду, блядь. Походу, блядь. Или это просто горка такая? Где эти, блядь? Гуки, нахуй, местные. Чувствую, блядь. Далеко я нихуя не проеду по этой хуйне, блядь. Ну чё, Урал, проехал? Да, я проехал. Доехал до метки. Давай, я тоже чудом проскачу. Взять. Единственный камень на дороге, я в нем, блядь, ебался, да. Машинку надо спрятать. Господа, одна машина уже на метке. Прием. Босс, мы на метке. Видимо, не достает рация. Блядь, до сих пор шифт нажимаю на это самое. Да, блядь, бегай. Братан, ты живой? Вторая машина на связи. ДВ-70, блядь. Семьдесят точка восемь, да? 70.8. Проверка связи, товарищ. А, ну я в ДВшке же могу метку поставить. Правильно. Зушка спини в спину, 1-3, за связи. А на метке 1, на метке 1-4, там зушка стоит. А, тьфу, на Sky, на метке Skyra зушка стоит. Всегда меня это привлекало, такая, знаете, война со стороны, день в засаде сидишь, ну не в засаде, день в тылу в глубоком, там, в лесу, на связи. Или там, вот часто на машине. Зушка, блядь, слышно отдаленные звуки боя или переговоры, слушаешь, как народ мочится, то есть такая. Ощущение войны, но ты слышишь где-то там, не у тебя, блядь. Всегда это нравилось, наверное. Жарко. Здесь нет зушки. Ну, короче, у нас, короче, кузен двоечник, извините, пацаны. Так, СПН грузовик с пехотой выбила. Нам рядом с меткой высадки. Жанич. Говорит 1-2, здесь вообще никакой нет, кроме нас. Урал, говорит, стоять там такой. Нет, да, это ваша. Только извините, пацаны. Ну, сейчас на карте, кто шарит, мы везде, половины меток нет, потому что я выходил из машины, метки ставились
командиров отделения, только кто в ДВ, блядь. Да, возможно, же они тут как-то изначально. Не все метки есть. Я примерно понимаю. Метки только на выдвижении стоят зеленые. Просто я не все метки вижу. Выходил из машины в свое время, когда их расставляли. Идущий. Один грузовик доехал, второй пропал без вести. Понял. Идущий, сейчас пролечу по маршруту твоему грузовиков. А чё не рисует, блять, а? Заебало, я что-то неправильно делаю. Линии можно рисовать в канале. В каком канале? О! Взрыв. То есть смотрите, группа, задача у меня такая, следующая. То есть 4 контейнера нужно вывести с карьера. Грузовики у нас находятся в аэропорту, видимо, привезти контейнера. Загрузить их в корабли и увезти, ну и спиздить. Естественно, какие-то силы, которые там на этом острове живут, там, они нам будут это мешать делать, блядь. Сейчас пока мы стоим в засаде на метке, блядь. Должны быть две машины, две остались у нас на аэропорту, как резерв, потом по безопасному маршруту поедут. Вот я жду, пока, значит, ребята вокруг карьера зачистят все силы повстанческие, блядь, ну и кто там, не знаю. Потом дальше я подвезу машину, погрузим грузовики по плану, в принципе, и я увезу, пока не знаю, по какому маршруту. Так, а вот какая задача? Переходим на второй ДВ, как понял? Мне все нравится. Кто живи, переходим на второй ДВ. ФПС, блять. Стою 1.35. 1.3 надо. Ветрушку надо давай. 1.3, Зушку вынесли. Молодцы, парни. Зушку подвижную нашли? Напарник у меня не проехал. На СПН на ДВ. Его ебанули. Ветрушка на ДВ. Альфан, да. Жанни. Да. 1-2 метку видишь? Да. Какие нам приказы? Знаешь, зачищайте аккуратно. Дальше потом грузовики грузим и уезжаем, и все. Читать надо туда все. Парта, живи. Живи. СПН вроде как Зушку выдал. Сани, там еще стационарная Зушка стоит на горе, как понял. Да, поняли. Шика у них еще до хрена у них стоят. Слышали ли? Наблюдая на метке барсов, какая-то техника только что проехала. Грузовики живи, твои идущие, второй, да, который там стоит. Сейчас, Урал живой? Урал. Да, я живой, стою на метке живу. Да, один живой. Нет. Ну, еще два еще есть. Джанич, а нашу Зуску захватывали или нет? Да, вряд ли.
Просто у меня боец увидел Зушку, говорит, она была захвачена нашими, блядь. О, не знаю, под дверью сказали. Я только что пролетал над Зушкой, она на меня никак не реагировала. Как приняли? Да лучше его испортить, Зушку испортите. Не надо на вам, если не видите врагов, лучше возьмите его и будьте, что враги не используют. А, смотрите, в триггере метки кузена и Скай, там на метке кузена 4 человека находится, на метке Скай 1 человек. Бункер сидит. Да. Колеса целые. Ждем пока. Зушка, по кому работает? ЗУ? Поверх ЗУ работает по ветролюшке. Значит, убейте его, значит, враг, бля. Ветрушка ранена, ща упаду. Жанич, технику ты не взорвал на базе авиационной? Да. Они испорчены все. Она работает, Жанич, как принял? Он имеет в виду Зушку. Он имеет в виду Зушку. А где она была, Зушка? Там Зушка в укреплении каком-то, в каком-то укреплении стоит, да, под сеткой. Да, она под дефолту там стоит, понял? А, это стационарная Зушка. Да. Блядь. Блядь, обратно этой дорогой ехать опасно. Будут поджимать. Ну, блядь. Ну, въездах в эту хуйню. Эту Зушку можно уничтожить, после этого грузовиком загнать, как понять, да? Поехали вдоль, блядь. Кто говорит, что Зушка захватит? Да, Зушка, блядь, захватит. Или ебануть вообще вот так вот? А никто говорит, что Зушка захватит? Это СПН, а я на снайпера ставлю метку, это чей снайпер, я не знаю. Джанич. Красная метка, не знаю, смотрите внимательнее. Вот эта синяя метка, там снайпер сидит. Я их перепутал, тут выше. Я сижу в кустах тут. Метку на себя поставить, а ты можешь не стрелять сейчас, минуту тому назад, полминуты. У меня СП этот. Блядь. Кто только что выбил технику? Противник, походу, около грузовиков. Подтверждаю, на серии возле грузовиков противник. Урал, чего? Стоп. Жанич, возле тебя спокойно, я могу к тебе переехать. Меня сейчас ебанут. Скорее, грузовик, говорит. Я еду на твою метку, блядь, дальше на запад. Жанич, на метке Спарты противник очень много. Все, блядь, грузовик, уезжай, короче, я сейчас заметил, поставлю. Да ёбаный, блядь, что за... Поворачивайся. Красная метка, посмотри туда, уезжай. Все, принял. Подожди. Следы! Машина проехала! Блять, вертолёт упиз...
Не договорил. Наслистался, блядь. Идущий, слышно? Да, слышу. На метке Урал, дальше идем? А, дальше еще я спускаю туда, давай. Да, смотри, вот мы желтую метку, вот до туда, например, по плаву доехать. Я пересместился дальше на запад, посмотри, метку поставил на себя, в Агалалии. Пацаны, давай срочно на 3-й ДВ перейдем, на 3-й ДВ, как понял? Блядь, давай, я сейчас сказал, ебать, я еще пизданул в лес, пойму. Ой, осел, забыл на... Есть он на ДВшке, ребятки? Жанич, на дальний. Это ДВ. Пилот Ветрушки на ДВшке, я высадился. Слушай, это говорит грузовик, я пизданул по рации место своего нахождения, надо, блядь, мне новое куда-нибудь спрятаться. Укажи метку. Надо никуда, подтягивайся уже к нам. Давай, парни, принимаем все эти грузовик, давай. Хорошо, еду к вам. Не еди, а этому, как его, контейнером, как понял. Давай. Да, да, я понял. Контейнером. О, меня посылает. Ведущая выдвигается, грузовик едет контейнером. Жаль. Ехать, да, контейнер? Пробуйте, да, мы уже тоже пути. Блять, я на их рез приехал, но я пока не до контейнера, но смотрите сами. Сейчас гранатомёт стреляю. Я там метки жёлтые еду. Встречали с ним, стрелял. У нас медики есть? Какие медики? Да любые медики. Грузовушка руку пробила, пиздец. Грузовик необходимо загрузить, кто там умеет, сейчас подъеду. На грузовике просто подъедьте к контейнеру и загружайте прямо в грузовике. Не обязательно выходить из него. Как выходите с машины. Выходите прямо, подъезжайте к нему рядом, она загрузится. Что там, может, покрутить надо будет вам, посмотрите. Воображение мучите. Вот, я еще дымами обкидаюсь, нахуй. Грузовик более-менее бронирован. Грузка захвачена, сам на... Есть патроны. Так держать. Спорт, ты? Идите контейнеры, блядь. А красные контейнеры. Больше нет грузовиков, идущий где? Я на грузовике. Подъезжаю фура к этому контейнерам, но меня кикает БТЛА, я не могу ничего сделать. Чё, как загружать к этот... понял, всё, вижу кнопку. Идёт загрузка, ребята, первого грузовика. Чё, вручную нельзя было сделать? Пару ящиков закинуть. СП на дальний. Открываем все грузовики во время загрузки. А сколько их всего, этих грузовиков? Третий грузовик сейчас подъеду. Что здесь?
Джаня, СПН вокруг триггера рассредотачивается. Давай. Грузовик, который второй, сейчас подъехал, у тебя четвертое заднее колесо выбито. Первый грузовик загружен. Как, по какому маршруту едем? По такому же, как сюда ехали? Желательно. Все, принял. Я поехал. Куда надо его вести? Да, в сторону надо, на красную метку. Я первый поехал. Куда нужно? 20, как минимум. Так, загрузите кто-нибудь контейнер, я выхожу. У меня гарнир тикает до того, что я могу. Ладно, посмотрим, блядь, прорвусь, нет. Чувствую засаду. Запад и сеть начал работать. Это грузовик под обстрелом. Ну вот, господа, трагический конец первого грузовика, который героически прорвался через первую засаду, был под обстрелом, но успел проскочить, потеряв второй грузовик, идущий где-то слева от него. Он попал во вторую засаду уже на выходе из карьеры, погрузившись контейнером, был погружен и был уничтожен, ликвидирован, блядь, вместе с водилом, вместе со мной. Но тем не менее, ну... Мне понравилось, миссия понравилась. Я люблю занимать тоже такие слоты второстепенные, так скажем, водителей, там, помощников каких-нибудь, чего-нибудь там. То есть не обязательно должно быть автомат, экшон там, и это есть. Но иногда хочется это, вот такую, такие роли выполнять. Послушать, посидеть день в тылу, как там по рации все происходит, как, где какой бой идет и так далее. То есть видели, враг подошел уже близко к нашим машинам. Он, наверное, не знал, что они там, но находился, они, наверное, искали, находился в непосредственной близости. И мы успели газануть. Я нечаянно по рации доложил, где я, в каком городе я сижу, в городишке, а на рации уже был враг. Потом выдвинулся на погрузку, блядь, ну и уйти не удалось. Поехал по старому маршруту, ну почти по старому. Там. Зря, конечно, я переехал. Ну ладно, случилось как случилось. Я к тому, что миссия мне понравилась, миссия хорошая. Пусть она там не такая экшонистая, нет выстрелов, взрывов, там, пешков, я не знаю, самолетов. Ну, это к слову тому, что кто там будет говорить, что типа, о, нету экшона, что за херня, надоело, неинтересно. То есть, это, ребят, это не на этом канале, идите в другое место, там где стреляют, где не матерятся, где много, блядь, крови и так далее. Я показываю вам геймплей, который отыгрывается в той или иной роли. Мне понравилось. То есть, вот так вот. Так вот и будет. Ну, я пока буду такие брать больше оборону, стараться больше сраных стрелков, чтобы пока кнопкам я не привыкну, я отделение брать не буду, и там в команду не лезть тоже пока не буду. Так что, пока вот такие вот, ну, посмотрим, что там еще это самое. Ну, мне понравилось, миссия понравилась вообще. Ладно. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Я иногда вставлял за кадром текст, потому что микрофон был выключен. Я нечаянно забывал его включать. Ну, там, минимум. Ну, ладно, всем пока, до свидания.